Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников Кенен Имао. Родился в Киото в 1845 году. Японский художник, дизайнер печати конца 19-го, начала 20-х веков, принимал участие в движении Синкханга. В 1880 году он получил степень профессора в Киотской школе живописи. После публикации альбома «Птицы цветов» Кенен Категафу в 1892 году стал членом художественного комитета императорского двора. И в 1919 году членом Императорской академии художеств. Его работа является частью многих музейных коллекций по всему миру. Имао Кэйнэн, пятый сын Имао Иносуке, родился в Киото в 1845 году. Его настоящее имя Имао Исабура. Первым, кто обучал Имао Кэйнэна искусству уикиэ, был Умегава Тёкё. Затем он поступил в ученики к Судзуки Хинукену, у которого занимался живописью и каллиграфией. В 1868 году Кэйнэн открыл собственную студию. В это время особой популярностью пользовалось направление нанга, к которому обратилось большинство художников. Но Кэйнэн остался верен своему стилю. Нанга, будзинга, живопись в китайском стиле, которой в середине 18 века увлеклись японские интеллектуалы и художники-непрофессионалы. В 1888 году стал профессором в школе живописи префектуры Киото. Принимал участие во многих показах, выставках, занимал первые места в Японии, в Париже, был заметной фигурой в искусстве Киото того времени. В 1904 году стал членом комитета по искусству императорского двора, а в 1919 членом Императорской академии искусств. В эти годы он достиг положения, возможно, самого знаменитого художника своего времени. Самым выдающимся произведением Кэйнэна является его альбом «Птицы цветов» Кэйнэн Катё Гафу, опубликованный в 1891 году издателем Нисамура Садзаэба. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о японском художнике и дизайнере печати конца 19-го, начала 20-х веков Кэйнэн Имао. Пока-пока, до свидания.